А мама у нас делала так. Угли эти загнетка справа направо вот сюда загоняла. Слышишь? У меня жару достаточно, Игнат Ильич. Так у нее было достаточно. Это у вас у мамы, у меня достаточно. Так она, кажется, даже не один раз туда хлеб сажала. Она остается и это... Раз ты туда их сбрасываешь угли, наверное, надо будет приоткрыть себе эту. Я приоткрыл. Летнюю, маленькую эту. Протопилась русская печь. Сегодня у нас 13 сентября 2017 года, среда. Это паля. Новенькая. Маленькая. Это от Рыши. Ее дочка. Это мы находимся у Володи Пащенко в доме. Мама всегда в загнетку, чтобы больше жару оставалось. Угли туда скатывала, направо там есть место много не занимает. Три кирпича хлеба. Стулья эти убрать надо. Вот русская печь, сделанная по всем правилам. 7,3, 21. 21 кирпич хлеба. Хлебушек готовится. Все делают мужики сами. Обыкновенная мука, обыкновенная дрожжи, соль, вода, так говорю? Да. А то придумали бездрожжевой хлеб, что он все время еврейскую Пасху справляет или что? Мацу готовят. Это заслонка. Все. Давай, доходи до нужной кондиции. Я как понимаю, эту закрывать можно, да? Конечно. Все, жар, если какой есть, он сюда пойдет. Дыма нету. Палевая светом, я зову Пале. Очень... Потешно.
Так, можно унести. Вот сегодня дождик, вот работают по-другому. У окна сидит Никита. Что ты делаешь, Никита? Читаю. А здесь вот с Украины наш гость Сергей Егорович Игнатов. Вот он здесь свой тоже установил аппарат. Вот смотрим на Никитину усадьбу отсюда, вдоль деревни. Все. Вот сидит, шьет. Рукавички себе хорошие делает. Ремонтирую. Понятно. Ну так мы тут и живем. Все у нас есть. Мы четверо. Арбуз режем на 4 части. Это пряники подают к обеду. Это большие алюминиевые кастрюли. Все. А? Что такое? Валя подошла. Роспотребнадзор нас сюда загнал. Благодарение Богу. Сейчас дождь, и там только на кухне можно было быть. Опа! Давай. Вот она пришла. Маленькая. Это на коленях у меня палец сидит. Да. Какая шерсть у ней шикарная. Шуба у ней первоклассная, палевая. Зову я ее Паля. Паля, она любит рыбу. Все, однако,